Сегодня после турнира М1 Челлендж 35 мы берем интервью Майрбека Тайсумова. Как прошел твой бой, насколько хорошо оцениваешь свое выступление сегодняшнее? Ну, бой прошел, альхамдулиллах, хорошо, по плану все прошло, хотел в стойке, так и все нормально прошло. У вас сорвался титульный поединок, да, с Мусой Хаманаевым. Как ты думаешь вообще, насколько ты готовился все-таки именно под него? Насколько было тебе удобно или неудобно это? Ну, в принципе, я много боролся, так как мы должны были выступать против, с Хаманаевым. Много готовился, борьбой занимался много. А раз в конце недели, неделю поменяли соперника, проблем. Не составило, честно. Так получается, теперь на следующем моменте вы с Мусой будете драться? Или сколько тебе, или что говорят вообще организаторы? Ну, пока ничего не сказали. Я сейчас хочу и всем попробовать себя, 8 декабря в Москве. На категорию выше подниматься, да, получается? Думаю, что так и будет. А с кем будешь драться, не сказали еще? Не сказали. То есть на 8 декабря, скорее всего, ты будешь проводить бой в Москве? Надеюсь, что 8 декабря, если без никаких травм на тренировках, то будем 8 выступать. По плану, что сейчас прилетишь, обратно полетишь в Вену или как? Ну, я сейчас в Германию, обратно полечу, так как я сам в Австрии живу, а так полечу в Германию, так как у меня одноклубник Даниэль Вайхель будет скоро выступать. Ему тоже буду помогать. Так, на подготовку. Ясно. Насколько ты оцениваешь сам последний поединок, да, Александра и Джеффа, и насколько тебе, может быть, это было сенсационным окончанием этого поединка? Ну, честно сказать, я не думал. Я думал, что Александр выиграет там. Ну, вообще, нежданку так получилось, что Монсон задушил Александра. Хорошо, что ты скажешь об ивенте в самом? Насколько тебе интересно, может, приятно, неприятно приезжать в Россию, как тебе русская публика? Мне очень приятно здесь выступать. Тут вообще очень любят ММА. Ну, в Европе не так, такие ивенты вообще не бывает, а в России очень любят и уважают этот спорт.